Федеральный центр на условиях софинансирования с республикой поддержит работы по перестройке долгостроя в центре Ишкаралы в современный поликлинический комплекс. Договоренность об этом была достигнута в ходе прошедшей вчера в Москве встречи председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главой республики МРЭЛ Леонидом Маркеловым. Кроме того, Леонид Маркелов представил Дмитрию Медведеву перспективный план развития агрохолдинга «Акашево», который через несколько лет станет не только одним из крупнейших в России производителей мяса птицы, но и опорным селекционным центром. Напомню, встреча Дмитрия Медведева и Леонида Маркелова состоялась 18 сентября. На ней обсуждались вопросы социально-экономического развития МРЭЛ, участие региона в федеральных целевых программах, привлечение средств федерального бюджета для реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.